Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. У меня есть для вас сюрприз. Вы только посмотрите, сколько монеток я заработала. А все потому, что я старалась, готовила все эти коктейлечки. И теперь я могу приспокойненько что-нибудь прикупить. Тем более, мои задачи. А я уже ее купила. Правда, я не помню, какая я точно в этой шляпе. Сегодня вы должны на это посмотреть. А еще улучшить соковыжималку. Да, я ее улучшаю. Так, давайте посмотрим, какая она улучшенная будет. Ну-ка. Вот, это улучшенная соковыжималка. Ладно, так, и еще что мне нужно сделать? Улучшить мощность своего оружия. Именно вот это. 3500. Дороговатенько, но оно у меня теперь максимально улучшение. Класс. Слушайте, может и веревочку сделать на максимальном улучшении? Или лучше коснуться, повысить уровень и посмотреть, какие следующие у меня задачи. 14 уровень. Новый продукт. Что это? Давайте узнаем прямо сейчас. Начни производство нового продукта. Ну, спасибо, я начинаю производство нового. О, смотрите, у меня даже магазинчик улучшился. Ну-ка, покажите. Купить. А я смогу купить? Да, я могу купить. Я могу купить это за 2000 монет. А я же накопила монеты. Катун Генджен какой-то РН. В общем, ничего не понимаю. Ням-ням, сладкая вата, я так и знала. Кто мог предположить, что зомби такие сладкие и воздушные? Да, ладно. Главное, помни, что мы не какие-то там торговцы конфетками и сладкой ватой. А кто мы? Мы воротилы крупного бизнеса. Воротилы крупного бизнеса, это клево. Ну что ж, я очень хочу... О, ух ты, смотрите, у меня еще пооткрывалась куча всего, куча продуктов. Клевенько. Так у меня нет ни одного зомби. Надо идти и добывать. Давайте посмотрим на мои задания. Итак, продать что-нибудь. Это что? Мне надо продать это все. Так, ладно, продать товары. 10 штук сладкой ваты продать и улучшить веревку. Ребят, улучшить веревку я могу прямо сейчас. Максимальное улучшение. Теперь я очень надеюсь, я смогу подлиннее веревку прокидывать. Ладно, а вот продать товары нужно идти за зомби. Во-первых, обнаружили подарочные зомби. Мы сейчас их возьмем себе. Итак, всего один желтый зомби. Ну и ладно. Так, значит, но у меня тут два раза обнаружены зомби. Так, берем, ловим, делаем все как нужно. Друзья, я выбегаю на, так сказать, погони за... Ого, вы видели, какая длинная у меня веревочка стала. На тебя, ой, что-то я промахнулась. На тебя, ой, что-то я опять промахнулась. Да что же она подлетает постоянно? Да вы посмотрите, какая длинная веревка, класс. Мне она явно нравится. Ай, и тебя заберем. Кто еще там выбегает? Ну, кто-нибудь еще вылетает? Нет, кажется, больше никто не вылетает. А где моя шляпа? Я не пойму. А купила себе шляпу, ее нету. Друзья-подписчики, я осталась, кажется, без шляпы. Это разве честно? Так, мне это совершенно не нравится. А еще мне нравится, здесь куча зомбачков. Давайте мы поменяем оружие. И я думаю, с этим мы справимся быстрее. Итак, главное их... как-нибудь заманить в одну точечку. А именно вот прям здесь все и оставим. Так, я пошла. Опа, есть! Смотрите! Я словила всех одновременно! Так, пойдемте дальше. Значит, здесь у нас... О, здесь у нас тоже много. Здесь сеточка пригодится. Так, только как бы мне их... Я, наверное, вот здесь вот оставлю. И побегу. У меня всего две сетки осталось. Меня могут... О, красота! Ай, не попала! Кто в меня стрельнул вообще уже? Так, мне надо поменять оружие. Ай, стоять, приятель, я тебя должна давно... Что я медленно! Есть! Поймала! Друзья, на последнем шаге я поймала этого зомбачка. Так, где моя
монеты. Вот мои монеты. Все надо пособирать. Монеток лишних не бывает. Теперь я при помощи этого оружия последнего зомбачка поймаю. Надеюсь, он будет легенький. Да, он легенький. Эй! Да, легенький, не легенький. А убегает он быстренько. Итак, первое очко. Я поймала всех зомби. Классно. Супер. Кстати, по вашим рекомендациям я коплю себе вот этот плутоний, чтобы купить еще вот этих дронов, которые ищут зомби. Только тогда будет процветать мой бизнес. А пока что я бы хотела вот сюда позаходить и сладкую вату попроизводить. Так, ну, у меня, к сожалению, на сладкую вату не хватает вот этих вот страшненьких человечков. Ну, ничего, будем производить пока вот это и вот это. Все, пускай производится. Продать товары, продать что-нибудь, целых 120 штук, да. Это многоватенько, я вам скажу. Для следующего уровня мне еще корпеть и корпеть. Ну что ж, главное, чтобы мне зомби побыстрее попадались. Итак, я погнала. У меня остался один сетимет. Ну и, к сожалению, вот этот транквилизатор. Ладно, я возьму с собой сетимет. Может быть, мне повезет. И я побегу. Посмотрю, что за мир. О, какой длинный мир попался, смотрите. Так, этого мы сразу взяли. Ой, с птичкой нам повезет. Может, еще одна вылетит? Эй, птички, летите сюда, я здесь. О, класс. Еще одна птичка. Что-то я промахнулась. Птичка-то. О, и еще третья. Ну, давай. Я слышу, еще одна птичка. Ну же, летучая мышка. Ладно, пойдемте охотиться на зомбачков. Я думаю, мне сетимет здесь вообще не понадобится. Тут по два зомби. Зачем мне вообще сетимет? Так, вот здесь, слушайте, а может я вот этого зомби так словлю? Ребята, я хочу этого зомби так словить. Вот, сейчас мы ему запустим чего-нибудь полезное. И попробуем его словить. Есть! Ха, класс! Он даже убежать от меня не успел. Так, а здесь в какую сторону лучше? Да, здесь тоже в ту сторону лучше. Поэтому именно тут мы оставим такой симпатичный и вкусненький мозг. И будем ловить, они все такие простые. Ой! Да ну, простые, да не очень. Ай! Да что ж такое, не могу поймать. Во, все, словила. Слушайте, у меня там остались только двое. Двое несчастных зомбачка. Мы им сейчас здесь поставим что-нибудь, а сами подождем в кустах. Вот они мне нужны. Нет. Если я этого поймала, вот этот мне нужен. Ай, он мне очень нужен. Я не могу его догнать, он очень быстрый. Ну же, да скорее же, ну! Балда, болтушка! Самый нужный зомбачок и убежал от меня. Разве такое возможно? Ну ладно, я все равно найду таких зомби. Вот честное слово, найду. Вот сейчас вот этих вот поставлю. Вот здесь вот, наверное, одного поставлю. А то они прям очень хорошо выводятся. Конфетка просто супер. Целых 800 дает за раз. А здесь, конечно, 600 меньше. Но мне тут не хватает зомбачков. Так, срочно за зомби. Так, срочно. Иду. Только вот знаете что? Перед тем, как пойти, я никак не могу понять, почему у меня нету шляпки. Вернее, она у меня как бы есть. Но не надета на меня. Почему не надета? 10% количества монет при охоте на зомби. Ну, так, почему она не одевается? Я не пойму. Общий бонус увеличивает каждая новая шляпа. Но она должна быть на мне одета, а она на мне не одета. Хотя выбрана. Ребята, пишите мне в комментарии. Я очень хочу, чтобы мой человечек гонял именно в этой шляпе. А он без ничего. Я не могу понять, почему. Как ее одеть? Если я неправильно что-то делаю, то напишите, как ее одеть? Ладно, а у меня пока обнаружены зомби. И так как я не использовала все-таки один сегнемет, значит, я могу его заполучить. Так, ребята, я хочу его заполучить. Так, если у меня будет сильно много зомбачков. Эй, птичка! Вот так, эту птичку заполучили. О, еще одна птичка. Отлично, и эту заполучили. Ну что, там кто-нибудь еще ползает, крутится, ходит.
Слушайте, тут, по-моему, никого уже нету, отлично. Так, а здесь два, здесь еще два. Может быть, с этих двоих и начать? Ну-ка, посадим им немножечко мозгов вот сюда. А сами куда-нибудь сбежим. Подальше. Есть, один есть. Еще один есть. Так, вот так. Я словила, смотрите, я немножко научилась. Так, ребята, значит, у меня есть все шансы сегодня победить. Только мне не попадаются эти зомби, которые мне нужны. Ой, вот здесь прям длинная такая дорожка. Может быть, их сюда погнать? Так, попробуем. Оставим здесь немножечко мозгов. А сами спрячемся. Ого! Тычты! Эй, запутались! Немножко запутались, но я все равно поймала, ребята! Я поймала! И в защитном костюме, и без защитного костюма! Мне просто повезло! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Так, и остался вот этот вот симпатичный зомбачок. Мы вот ему вот аж сюда поставим что-нибудь, а сами сбежим в другую сторону. Вылазь давай! Раз! И ай! Да, ого, смотрите, вы видели? Ой-ой-ой, ну уже быстрее, быстрее, быстрее. Да, есть, поймала. Класс. Вы знаете, я, конечно, заработала еще один значок победы над всеми зомбачками, но вы знаете, от того, что веревочка моя становится длиннее, от этого она и заправляется медленнее. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, давайте посмотрим и не будем зря тратить время, кого мы можем еще поставить для товара. Так, хорошо. И этого сюда поставим. Ой, надо было, наверное, сюда поставить. Ну ничего, не поставили, то не поставили. Главное не это, главное, что у меня нет вот этих вот фиолетовеньких противных зомбачков. Кстати, я уже произвела 44 товара, представляете? Мне еще множко. И, в принципе, я закончила бы с этой миссией. Ладно, беру все-таки свой сигномет и иду дальше. О, а вот здесь мне сигномет понадобится. Смотрите, здесь трое, а здесь двое. Хорошо, а здесь по одному. Вот те же трое, мне вот надо их как-то сейчас и забрать себе. Прямо сейчас. Итак, для начала мы поменяем оружие на один сигномет. Для второго раза мы их всех соберем вместе. Вот так это делается. По-моему, очень даже неплохо сыграно. Ну что ж, теперь мне осталось два симпатяшки. Надеюсь, что мне повезет. Так, здесь много бегать надо. Вот я сейчас одного сюда запущу. И у меня уже сигномета нету. Ай, с топором. Ай-яй-яй, вот это плохо, вот это плохо. Ничего. Да что ж такое, ну... Есть, все, я его поймала, друзья. Я его поймала. И еще монет заработала. Так, и вот этого посмотрим. Надеюсь, что это оранжевенький, но мне так он нужен. А, нет, к сожалению. Всего лишь синенький зомби. Но я опять зарабатываю значок поимщика зомби. Мне их надо целых 25. Кстати, я вам не показала самое важное. Сейчас покажу, погодите. Но для начала мы, конечно же, тут немножечко всех поставим. Вот, кстати, вот эта набирателька. 800, целых 800 получу за эти прекрасные сосульки. Вот, а здесь поставим тоже по одному. Ой, здесь всех можно поставить. Отлично, все, я смогу получать и получать уже 80, а мне всего 120 надо. Круто, круто, но я таки не поставила производство сладенькой ватки. Но зато я кое-что хотела вам показать. Вот, я, между прочим, теперь не новичок. Я начинающий ловец. И сейчас хочу заработать охотник-любитель. Вот кем я хочу стать. Но для этого мне надо целых 25 беспроигрышных вариантов. Что ж, пойду сражаться с этими зомбачками. Вот они мне, миленькие мои. Так, раз у меня сигномет уже нет, возьму транквилизатор. Ну, почему бы и нет? Может быть, он мне даже немножечко мне бы здесь сигнометик, а не транквилизатор. Вы представляете, 4 вместе. Это вообще мыслимо. Сейчас повыходит со всякими ужасами. Как вообще, вот как с ними справляться? Я не знаю, ребята, честно вам скажу. Как можно с четырьмя справиться? Я вообще в
девочки, вот это их бы с игнометом сейчас. Ладно, меняем оружие на транквилизатор и была не была. Мне бы кого-нибудь хорошего. Ай! Ну поймала я хотя бы одного с транквилизатором. Да что ж такое? Я сейчас не поймаю ни одного. Раз, два. Есть, поймала? Ах, нет. Да, они, конечно, спят. Да, но только одного я все-таки упустила. Это просто было нереально. Ребят, вот честно вам скажу, это было нереально. Потому что очень нереально поймать зомбачков в таком огромном количестве. Я вот сейчас даже транквилизатором пользоваться не буду. Я поменяю оружие, потому что у меня здесь совсем чуть-чуть. Так, куда бы мне его закинуть? Во, вот сюда. Буду туда бежать. Так, ну это не серьезно даже. Вот, желтенькую мы поймаем быстро. Значит, и здесь мы тоже что-нибудь положим. Ай, скатился! А, мой мозг скатился. Ай, да что ж такое? Во, вылазь уже давай. На, желтенькая. Ой, не туда! Да что ж такое? Фух, поймала. Но, к сожалению, одного упустила. Но это ничего. У меня хорошая новость. У меня есть вот этот вот красавчик. Я его прямо сейчас поставлю туда, куда нужно. Нет, не сюда, а вот. Да, сладкая вата. Очень хочу ее производить. Но, к сожалению, мне нужен еще один такой. Зато мы начнем производить зелененьких и желтеньких. А это уже очень хорошо. Ну, и у меня есть еще одна маленькая попытка. Может, мне повезет, и у меня появится этот симпатичненький. Очень хочется. Так, давайте, я гоняюсь чисто за этим фиолетовым монстриком. Я очень хочу его поймать. Тут опять трое. Ну что ж такое, как же их тут много. Так, вот. О, я сейчас попробую тут на короткой дистанции все-таки одного словить. Вот, если он будет... зря я на короткую дистанцию пошла с таким монстром. Вот это была ошибка. Ну, хоть монет немного. О, смотрите, у меня получилось. Я зарядила свое оружие на полную и с первого раза сразу поймала. Ребят, это клево. Я уж думала, что я проиграю, честно говоря. Ладно, попробуем. Ну что ж, друзья, давайте, я отошла. На немножечко. Ай, да что ж такое-то? И что там за зомби был? Давай, есть. Ой, я какой-то значок поймала. Отлично, он поел. Он поел, и я его поймаю. Супер, друзья, смотрите, кто мне еще остался. Ну почему мне не попадаются оранжевые? Может, здесь повезет. Ребята, хочу оранжевого зомбочка. Очень хочу. Ладно, попробуем. Так, оранжевый зомбачок, пожалуйста. Не получилось. Желтенький. Но я поймала всех. А это что значит? Это значит, что я получаю еще один четвертый значок. Класс, класс, класс. Супер, супер, супер. Ну что ж, идем к себе в соковыжималку. И закидываем опять этих желтеньких. Одного такого. Да, зеленых уже даже закидывать некуда. Друзья, смотрите. Я могу освободить зомби. Может, мне повезет. Это будет оранжевый зомби. Ой, в смысле, не оранжевый, а фиолетовый. Ну-ка, давайте посмотрим. О, нет, к сожалению. И дроны заряжаются. Что ж, только для моих подписчиков совершу еще одну пробу. Еще одну, но это, кажется, будет последняя проба. Так, давайте посмотрим. Главное не пропустить. Я вот думаю больше всего о том... Ай, да что ж такое? Да что ж такое? Во, хорошо. Я думаю больше всего о том, чтобы он мне попался. Вы знаете, вот ничего больше не хочу. Только бы мне попался этот фиолетовый. Так, здесь, конечно, будет сложноватенько. Ну что ж, давайте попробуем. Мне нужен фиолетовый. Ой, я одного вижу, один синий. Опа, ай, да что ж такое, ну почему я все время попадаюсь в эту ловушку? Нет, давайте вот этого поймаем. Хорошо. Да что же я его тяну за собой? Эй, где же мои эти зомби, я их не догоню. Так, может быть, не достала веревка, двух пропустила. Но зеленого поймала. Почему-то мне казалось, что зеленый самый-самый. Ну, наверное, это мне только так казалось. Ладно, монетки, я
заберу пропуск. Ну, я, честно говоря, уже расстроена ужасно, потому что мне не попадается фиолетовый зомбачок, и опять не попался. Да, что ж такое с этим зеленым? У меня какая-то беда. Ай, во, я его все равно поймала. О, друзья, не везет мне сегодня со сладкой ватой. Совсем не везет. Но я иду в кафешку. Давайте посмотрим, кого мне еще не хватает. Так, вот этих вообще нету. О, зеленых можно поставить. Смотрите, 2 минуты будет производиться. Ах, да что ж такое, ну ничего со сладкой ватой не получается, последний дрон остался. Я думаю, что даже если я всех потеряю, этого я должна найти. Должна, это самое главное. Слушайте, давайте поменяем оружие. Ой, что-то я не так сделала. Потому что я уже хочу эти транквилизаторы. Ой, смотрите, да, здесь будет весело, я вам скажу честно. О, зачем я транквилизатор в него выкинула? Эй! Эй, мой транквилизатор! О, вот балда! Вот балда, балда, балда. Так, поменяла, называется, оружие. Гарпуном его нужно было. Я его транквилизатором. И даже не знаю, куда попала, честно говоря. Вот не могу найти транквилизатор. Может, я куда-то туда его закинула? Не, вроде бы ничего нету. Ай, совсем балда, ребята, честно говоря. Ладно, поменяю хоть на один транквилизатор. Попробую с этими зомбачками справиться, с вот этими средними. Ну, о, вот он! Все, мне больше никакой не нужен. Так, есть один. Вот этого мне надо, вот этого. Да, я его поймала! Все-таки производство сладкой ваты состоится, друзья. О, ребята, это было не очень. Это было даже так волнительно. Так, отлично. А и у тебя я поймала. Ты даже мне ничего запустить не успел. Я была слишком близко к тебе, приятель. Так, а вот здесь вот нужно быть осторожной. Их будет 3, а меня всего 1. Опа. Не, за это я бегать не буду. Ай, надо было. Раз. И 2. Ай-яй. Да что ж такое? Давай. Есть. Поймала этого защищенного монстрика, вывела кучу монет. А главное, да, главное, фиолетовый малыш. За ним-то я не гонялась. Ребята, давайте попробуем поставить сладкую вату. О, она будет целый час отжиматься. Ого, долговатенько. Интересно, а одна хотя бы сладкая вата появится или нет? Одна, ну маленькая. Ух, кажется, даже ни одна не появится на данный момент. Очень медленно все набирается. Ну что ж, подождем. Главное, что мы с вами ее сегодня начали производить. А еще сделали просто супер-мега-пупер много всего нового. Но не забудьте написать мне про шляпочку. Это очень важно. Я ведь хочу красивого своего главного героя видеть. А в этом могут помочь мои подписчики. А все, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал Болтушка Веселушка, жмите колокольчик и переходите ко мне еще. Чао, какао!